приехала шикарная мне посылка с продажи на Алиэкспрессе от фирмы Копос или Копос. Здесь нас ждут целых несколько удивительных вещей. Сейчас мы их заценим. Больше там ничего нет. Итак, значит, что, во-первых, носки, они мне достались бесплатно, потому что была распродажа. Носки типа вышли за 0 рублей, 0 копеек. Копос написано, что это Копос. Мягенькие. Это не носки, кстати, это гольфы, типа того. Какие длинные. Прям офигенные. Сочки. Кататься зимой. Чтобы ножки не замерзали. Мягенькие, эластичные. Термобелье фактически. Вот. Дальше продавец не подкупился. Подарил мне две маски. Хотя обещал всего одну, вот, подарил две, но, к сожалению, не такие, какие были на картинке, а просто самые дешевые вот эти вот, я даже не знаю, что, зачем, металлический фильтр какой-то. Обещал им другие, там должны были быть дырочки везде, прислал какие-то, блин, ну, бесплатно, ладно, так уж и быть, приму подарок. Самое интересное, сейчас мы посмотрим, это горнолыжная маска должна быть. Оп. Оп. Чехол в комплекте, специальный полный комплект я брал с чехлом. Вот это типа от солнца. От солнца плюс сквозь эти линзы будет все такое яркое, приятное, прикольное. Где можно кататься. Офигенный ремешок. Внутри силиконочка, чтобы все это не скользило. Вот. Прикол в том, что эти очки должны, точнее, это как маска горнолыжная, должна надеваться поверх очков обычных с диоптриями. Вот. И поскольку это полный комплект, там идет еще и второе стекло. А второе стекло желтое для езды ночью. Чтобы ночью было все видно тоже. Без царапинок, вообще все отлично. Здесь вот эта наклейка. Protective film remove before use. Типа снимите перед тем, как использовать его. Не знаю, насколько это будет видно хорошо. Защищены они поролоном каким-то, да, от запотевания. Вот. Ну, в общем, короче, вот такой вот офигенный полный комплект. Самое главное, чехол прям огромный. Ну и бесплатно вот носки. Бесплатно две маски. Но не такие, как я хотел. Не те, точнее, которые были обещаны у них для как подарок каждой покупки. Вот. По цене я сейчас не помню, но что-то 1200 вот это все обошлось. Ехало сколько сегодня? 16 декабря, заказывал я это 11 ноября. И неделю это на почте лежал. Вот так вот.